Я отказался в Алматы в первый раз в 98 году. Я поступил на учебу в медицинский университет. Хотел учиться на стоматолог, но было трудно платить за учебу. Вернулся отсюда в Сирии в 2003 году, служил в армии. И дальше жил там, заработал. Последние вот 4 года, как война началась, сначала терпели год, полтора года. Потом уже стало невозможно там находиться и трудно жить. Я решил сюда приехать, в Казахстан. Да, я обратился к ООН, что насчет зарегистрироваться официально. И они без отказа там помогали, конечно, спасибо им, что документы дали. В течение 2 месяца я получил статус беженца. Финансовая помощь был через красный полмесяц. Один раз дали, как помогали 20 тысяч тенге. Да. После этого ничего не было. Но я много обратился к фирме или организации, что устроиться на работу. Отказывается, потому что беженец, говорят. Я раньше жил здесь, и я знаю русский язык, я знаю Казахстан. Для меня вот Алматы считается как родной город. А во-вторых, у меня брат родной здесь, может помочь мне хоть как. И в-третьих, потому что мне никуда больше сюда. Потому что в любую страну надо, например, визу или что-нибудь, или кто-то приглашает, а мне никого нету нигде. Ничего не помогает. Хоть в любой исламской стране, даже нашей арабской стране, ничего не помогает. Не дают пособие, не дают работу, не дают документ, не дают ничего. Вот я уже 3 года здесь. Что получаю? Документ не получил. Даже в школу первый год не приняли дочку, потому что сказали, документов нету. Сына в садик не приняли его, потому что сказали, по месту прописка. Мы не убежали, потому что мы голодные или нищие люди. Мы убежали, чтобы сохранять жизнь, сохранять семью, чтобы жить по-человечески. Должен иметь право работать, как любой человек, потому что моя семья, я должен кормить, никто не должен кормить ее. Syrian refugees, out of the 662 refugees. Из 662 беженцев в Казахстане 95% из Афганистана, остальные из других стран, в том числе из Сирии. Оттуда сюда приехали 25 человек. Все они когда-то жили, учились и работали в Казахстане, поэтому решили укрыться от войны здесь. Все беженцы встречаются со множеством проблем, но самое главное из них – это краткий срок действия статуса беженца. Срок действия такого сертификата всего год. Его нужно ежегодно обновлять и доказывать, что в твоей стране тебе и твоей семье угрожает опасность. Кроме этого, этот сертификат дает лишь статус временно проживающего в стране, а получить статус постоянного проживания невозможно. Отсюда и проблемы с доступом к рынку труда, образованию, медицинским и социальным услугам. Согласно закону о беженцах, они имеют право на трудоустройство, но в силу того, что сертификат действует всего год, они не могут устроиться на постоянную работу. Было бы легче, если бы срок действия сертификата был бы увеличен. Так беженцам было бы проще интегрироваться в общество.